Добрый день, дорогие партнеры! На связи Светлана Бойцова, тренер по продукции территории Москва. Сегодня наш прямой эфир посвящен новой категории Mind & Mood – аромамаслам. Давайте сегодня поговорим именно об этой категории, пока все подключаются. Буквально минут на 30, на 40. Наш классический прямой эфир, чтобы не лить много воды. Поговорим фокусно, емко, что же это за категория, почему она к нам пришла, чем мы отличаемся от конкурентов, как с ней работать и, собственно, в чем фишка. В чем фишка вообще этой категории? Что это за масла? Почему они разные? Что за что отвечает и вообще как их использовать? Вот на эти вопросы сейчас я постараюсь максимально емко и коротко ответить. Сразу же хочется сказать, эфир будет сохранен в IGTV. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы по ходу эфира. Если у вас потом появятся вопросы, задавайте под сохраненным IGTV. Делитесь этим видео со своими партнерами на своих социальных сетях, проводите прямые эфиры. И прежде чем мы начнем эфир, хочется сказать, у нас сейчас проходит региональный тренинг по категории Mind & Mood. Проводят его три тренера России. Это Анастасия Фурка, Наталья Радкевич и я тоже провожу там пару эфиров, провожу пару тренингов. Короче говоря, подключайтесь на эти тренинги, смотрите их в записи, если вы еще не подключились. Там настолько объемная информация, настолько глубокая информация в этих тренингах, вы сразу поймете, как работать, какие нюансы. Сейчас мы в формате прямого эфира поговорим достаточно так обзорно об этой категории, но именно обучение по этой категории вы сможете получить только через эти тренинги. Поэтому обязательно следите за обновлениями, когда проводятся тренинги. Они у нас анонсы есть в наших телеграм-каналах. Также мы здесь в сторис размещаем анонсы. Если у вас будут вопросы по поводу тренингов, я отправлю ссылочку на телеграм-канал в сторис после эфира, куда вы сможете зайти и посмотреть актуальное расписание, посмотреть, где хранятся все тренинги. Еще хочется сразу сказать, для тех, кто не знает, где брать материалы. У нас на сайте все материалы, все презентации для работы с категорией есть. Академия Mind & Mood так и называется в материалах. Заходите в личный кабинет и там сразу увидите Академия Mind & Mood. Что там есть? Там есть все презентации с регионального тренинга, который проводится сейчас силами тренеров СНГ. Там есть актуальные ответы на самые частые вопросы. Там есть также ссылочка на видео, где есть YouTube-канал Oriflame Россия, и там отдельно есть такой подканал, да, Mind & Mood, где вы сможете посмотреть все видео, где вы сможете посмотреть записи всех тренингов именно по этой категории. То есть у вас большинство вопросов именно по работе с этой категорией закроется, если вы пройдете в свой личный кабинет и зайдете в Академию Mind & Mood. Там на самом деле все настолько просто адаптивно, что вы там же вы найдете библиотеку контента, где вы сможете скачать фотографии, там же материалы, и плюс там еще есть тест, пройдя который вы сможете получить сертификат. Но для того, чтобы пройти этот тест, вам нужно сначала пройти обучение Mind & Mood, именно посмотреть тренинги, потому что в тесте вопросы как раз по каждому из блоков тренинга. И для того, чтобы проверить себя, для того, чтобы действительно понять, что вы вникли в эту категорию, понимаете, как с ней работать, просто советую пройти, посмотреть все части тренингов. Ну что, на сегодня мы начнем с чего? Мы начнем с того, что компания Oriflame запускает новую категорию. Это аромамасла. Почему эта категория так важна? Если вы помните, а я надеюсь, вы все помните, что мы родом из Швеции, и у нас свой взгляд на красоту. Для нас же красота — это не только вот красивые сережки, там, яркие губы и так далее. Не только то, как ты выглядишь, но и то, как ты себя чувствуешь. И всегда, когда мы говорили про wellness, мы всегда говорили: красота изнутри, красота снаружи. И это свобода самовыражения. То есть у нас для того, чтобы поддерживать здоровье, у нас есть категория wellness, да? Поддерживать красивые сантиметры и так далее, то есть красоту изнутри. Для того, чтобы ваша кожа сияла, для того, чтобы вы выглядели молодо, ну или были достойным представителем своего возраста, у нас есть потрясающие продукты из категории Novage. Для того, чтобы вы могли подчеркнуть свою индивидуальность, ярко выражать свою индивидуальность, да? Экспериментировать как-то с образами. То есть свобода самовыражения. У нас есть категория декоративной косметики. Я надеюсь, вы все смотрите потрясающие прямые эфиры нашего тренера-визажиста Елены Никифоровой, где она вас каждый раз знакомит и влюбляет всех нас в наши продукты из категории декоративной косметики. И для того, чтобы
подчеркнуть вот этот целостный подход, подход на 360, где не просто свобода самовыражения, не то, как ты себя чувствуешь, это сантиметры на талии, а для того, чтобы качественно проживать свою жизнь, для того, чтобы включаться в каждый процесс, который вы делаете в течение всего дня, ну, в каждый процесс своей жизни, для того, чтобы действительно чувствовать себя гармонично, для того, чтобы управлять своими эмоциями, а не они управляли вами, для того, чтобы держать свою жизнь в балансе, вовремя выключаться из работы, вовремя включаться в личную жизнь, вовремя включать свою энергию, вовремя уметь расслабляться. Все это очень важно. И когда мы говорим, вот сейчас очень модно, да, вот, да даже это не то, что модно, не то, что трендово, это действительно настолько сейчас актуально, когда каждый блогер, все средства массовой информации говорят о том, что осознанность – это главный тренд на сегодня. И когда мы говорим про осознанность, да, осознанный подход – это используем перерабатываемые продукты и так далее, так далее. Следим за экологией – это же осознанный подход, мы же про это. А когда мы следим за природой, когда мы следим за экологией, но не следим за своей психологической гигиеной, где здесь осознанность? Здесь немножечко идет, ну да, немножечко неправильно. То есть вы можете транслировать во внешний мир абсолютную гармонию, а внутри у вас будет просто что-то до такой степени, будет такой диссонанс, будет разрываться, вы не будете управлять своими эмоциями внутри, а внешне вы будете казаться таким достаточно сдержанным человеком. Это немножечко неправильно именно по отношению к себе, к самоидентификации, к своему самочувствию. То есть важно, чтобы ваши эмоции были у вас под контролем. Когда вы во что-то включаетесь, когда вы включаетесь в отдых, да, вы думаете, что вы отдыхаете, да, там можете лежать на массаже, но в то же время там работать, сидеть, да, там что-то там писать план или еще что-то читать, там изучать тренинг, готовиться. Ну какой это отдых? Но это же не отдых, вы не включились в процесс, да. И вот каждый аспект нашей жизни, он должен быть обусловлен нашей осознанностью. Когда мы не витаем в облаках, когда мы действительно управляем своим сознанием, своими мыслями, в этом нет никакого волшебства. Здесь просто нужно правильно и грамотно подойти к целостному подходу. Не просто вести здоровый образ жизни, употреблять качественные продукты. Не просто краситься, использовать косметику высокого качества, использовать такой подходящий именно вам макияж, да? Использовать не все средства сразу, все крема, маски и так далее, а действительно использовать тот комплексный уход, который вам подойдет. И использовать не просто набрать себе кучу аромамасел, не знаю, сейчас я хочу лаванду, потом я хочу цитрус, еще что-то, вот так хаотично, а использовать по назначению, именно для того, что вам сейчас нужно. Вот сейчас мы перешли, так плавненько перешли именно к нашим аромамаслам, для чего они нужны. У нас есть 4 вида комплекса масел. Ой, кстати, у меня же есть картинка, я вам сейчас ее и включу и покажу. Вот у нас наша Мария Казаченко подготовила замечательные картинки. Так, угу. Нет, они у меня не подгрузятся, потому что они в формате видео. Ладно, я думаю, вы не против, если мы будем без картинок. Ничего страшного, буду рассказывать вам там. Слава богу, они у меня есть. Я здесь запаслась материалами. Что у нас есть в арсенале? У нас есть каталог замечательный, такой стильный, такой вообще. Обратите внимание, что вся информация и весь color у Mind & Mood идет в таких пастельных оттенках, в таких приятных полутонах. Смотрите, первая смесь, ну давайте по порядку пойдем, энергия. Масло красненькое, называется Energize Me. Для чего нужно это масло? Это масло нам необходимо для того, чтобы зарядиться энергией, для того, чтобы повысить какую-то умственную активность. И какой здесь ключевой ингредиент? А здесь ключевой ингредиент – розовый перец и грейпфрут. Смотрите, когда наша компания начала запускать аромамасла, для того, чтобы дать вам действительно качественный продукт, для того, чтобы дать вам, ну, мы же про цифры, мы же про какие-то научные инновации и так далее, мы же про то, именно про клинический подход. И когда мы запускали эту серию, когда наши ученые подошли таким образом. Во-первых, мы
всегда говорим о том, что мы проходим через философию лагом, да, все вы знаете, это ни много ни мало, а как раз в самый раз именно управлять, балансировать своими эмоциями, балансировать, управлять своей жизнью. И во-вторых, для того, чтобы сказать вам, почему именно энергия будет повышать, вот именно масло, энергия будет повышать уровень энергии, наши ученые провели нейробиологическое тестирование, МРТ-тестирование участков коры головного мозга. И вот в ходе этого исследования был проверен активный ингредиент розовый перец. И в ходе исследования на аппаратах было выявлено, что именно активный ингредиент розовый перец оказывает активное влияние на участок коры головного мозга. Я вам сейчас вот здесь на картиночке покажу. Вот он. Который называется моторная кора. И он как раз отвечает за, ну, за энергичность, да, за энергию, когда вот у вас такой прилив сил, прилив энергии, и вы, ну, и, соответственно, повышается умственная активность. Поэтому, ну, и вот здесь такой аромат пряный, пикантный и достаточно сочный, потому что здесь все-таки еще представлен грейпфрут, это витамин, да. Когда вы вдыхаете этот аромат, у вас, то есть здесь не нужно путать, это не те арома масла, когда вы взяли, допустим, эфирное масло красной розы, и вы вдыхаете аромат розы, и все. Здесь будет смесь ароматов, которая нацелена на то, чтобы повысить, вот, допустим, конкретно смесь энергия будет нацелена на то, чтобы повысить уровень энергии, будет оказывать влияние на участок коры головного мозга, который отвечает за, ну, за энергичность, отвечает за повышенную энергию. Поэтому, когда вы используете это масло, это не значит, что если вы вдохнете это масло, и вы все, вы не уснете там, вечером и так далее. Запускается этот процесс, который помогает вам чувствовать себя более энергичным. Когда вы, допустим, хотите выпить чашечку кофе для того, чтобы, да, взбодриться, проснуться, собраться, чашечка кофе с утра работает отлично. Здесь вы можете... А сейчас я на все вопросы буду отвечать. Здесь вы можете заменить немножечко кофе, допустим, смесью энергии. Почему бы и нет? А можете усилить, к примеру. Но если вы не спали там двое суток, ну давайте будем честны. Никакая чашечка кофе, никакое эфирное масло вам, ну, не поможет. Итак, если человек приболел, какой лучше, энергия или релакс? Смотрите, если человек приболел, мы здесь не работаем с маслами, как с wellness. Мы сначала идем к врачу, потому что все исследования проводились на здоровых людях. Возможно, обонятельные рецепторы нарушены во время болезни. И масло, эффект от эфирного масла, но он не будет такой, как заявлен. Поскольку, да, когда мы болеем, наш организм борется, ну, вырабатывает антитела, которые борются с токсинами. И здесь не то, что арома масла, здесь мы даже парфюм себе не можем выбирать. То есть парфюмеры не рекомендуют выбирать парфюм, когда вы болеете. Потому что, когда вы будете его слышать или будете наносить, то тогда организм будет, ну, будет бороться с токсинами, и будет секреция немножечко другая выделяться, эффект будет немного другой. Поэтому здесь говорить, когда человек болеет, какое масло использовать, здесь немножко неправильно. Здесь пусть лучше человек выздоровеет, а потом уже подбирает масло по потребности, потому что оно все-таки не лечит. Идем дальше. Энергия. Энергия у нас повышает, ну, уровень энергии и способность. Спасибо большое. И способность обучаться, ну, повышает умственную активность, да? Дальше, следующее масло у нас вот такое желтенькое. Empower Me – это уверенность. Масло уверенность. Вот здесь участок коры, вот такой желтенький. Участок коры головного мозга, который отвечает за, ну, за именно, ну, за уверенность, за осознанность. Он называется префронтальная кора. Так вот, смотрите, здесь ключевой ингредиент, ой, так у меня отключается, лавр и бергамот. Лавр оказывает влияние именно на этот участок коры головного мозга. Для чего нужно? Вот смотрите, вам нужно провести планерку, да? Вам нужно провести встречу, вам нужно быть в фокусе, собранным, ну, в рабочем процессе в каком-то. В этом случае вам отлично подойдет масло уверенность. Когда вам нужно пойти на встречу там, с руководителем, с коллегами, представить какой-то проект, переговоры с какими-то клиентами, с партнерами и так далее. То есть здесь вам действительно может помочь масло уверенность, потому что оно будет повышать концентрацию, внимание, могут вызвать аллергическую... Смотрите, если есть склонность к аллергии, то, конечно, нужно посмотреть именно
Ключевые ингредиенты. Вот здесь все показаны, на упаковочке показаны, в каталоге показаны, везде вы сможете прочитать, на сайте есть активные ингредиенты. И если есть на них аллергия, то может вызвать аллергию. Поэтому здесь уже через рекомендацию своего врача, как и любой другой продукт. Вот как мы говорим и про wellness, как мы говорим и про NovAge, любой ингредиент индивидуальную непереносимость может вызывать у людей, склонных к аллергии. Так вот, вернемся к маслу уверенность. Повышает уровень осознанности, повышает концентрацию внимания, повышает уровень уверенности в себе, особенно когда вам нужно вот где-то выступить. То есть это у них не совсем одинаковое направление, как с энергией. Энергия просто она вам дает прилив энергии, вот какую-то умственную активность. Уверенность, она все-таки будет больше вас концентрировать, больше включать в процесс, больше будет давать вот это, именно уверенности в себе. А здесь аромат такой немножечко травяной и немного свежий, если вы будете его вдыхать. Дальше, следующее масло зелененькое, Balance Me. Всегда говорю, что это мое любимое масло, и так и есть. Во-первых, мне по аромату очень нравится. Смотрите, здесь ключевой ингредиент. Ключевой ингредиент – ладан и кедр. В ходе исследования ладан оказывал… Вот сейчас буду показывать. Видите, вот здесь вот прям даже у вас будет показано на карточках, видите, зелененький участок, зелененькое масло, зелененький участок. Связан с отделом коры головного мозга, который называется предклиния. Он стимулирует концентрацию внимания и успокаивает разум, когда у вас беспокойные мысли, какая-то тревожность, что-то. Это не именно расслабление, когда нужно поспать, а именно успокоиться, именно сконцентрироваться, переключиться с работы на личную жизнь, переключиться с задачи на задачу, вникнуть во что-то. Да? То есть он также будет стимулировать концентрацию, но он будет успокаивать и давать вот эту вот гармоничность. Очень здорово с маслом баланс изучать новую информацию, потому что он очень хорошо будет вам успокаивать ум, убирать все лишние беспокойные мысли, и вы будете концентрироваться именно на той информации, которую вы сейчас будете получать. Очень хорошо с маслом баланс переключаться, как уже говорила, задача на задачу, допустим, с работы на личную жизнь и так далее. То есть качественно включаться в какой-то процесс, качественно включиться в отдых, качественно включиться, в изучение новой информации, качественно включиться в общение с друзьями, с партнерами и так далее. То есть это именно, он будет как раз вот балансировать ваши эмоции, чтобы вы не уходили с головой туда или с головой туда. В общем, понимаете, да, смысл в том, чтобы вы чувствовали как раз тот момент, на чем нужно сконцентрироваться. С самого названия вы понимаете, да, что это будет давать вот этот некий баланс. Какой здесь аромат, хочется сразу сказать. Он немножечко древесный, слегка будет успокаивать, но он все-таки еще и пряный такой. У каждого аромата, поскольку это смесь, он будет либо такой терпкий древесный, либо цитрусовый немножечко, с какой-нибудь, иногда может быть сладенький, иногда свежий, иногда травяной. Но в целом все ароматы эфирных масел, они здесь описаны. То есть здесь не будет такой моноаромат. Вы так послушали, нанесли вместо парфюма, да, к примеру. Это не про это. Это именно для того, чтобы вы контролировали свои эмоции и управляли, и проживали осознанно каждый день. Идем к четвертой смеси, которая голубенько называется релаксми. Релаксми. Из названия уже сразу понятно, что здесь для расслабления, здесь для качественного отдыха. Смотрите, связь с отделом коры головного мозга, который называется бледный шар, и это участок предклиния, который у зеленой смеси баланс. Поэтому релакс и баланс ми, они не то что похожи, но они примерно в одну сторону будут работать. Вот примерно будут, направленность у них разная будет, но примерно они будут работать в одну сторону. Смотрите, релакс будет успокаивать разум в том числе, и будет способствовать действительно качественному отдыху. У меня вот этот телефон выключается, я поэтому постоянно его трогаю. Будет способствовать качественному отдыху, когда вам нужно отключиться и уже отдохнуть, когда вам нужно расслабиться, принять ванну, расслабляющий массаж. Сейчас по методам использования мы поговорим. То есть релакс, у него, смотрите, у него ключевой ингредиент сандал и лавандин, и они как раз будут давать вот этот вот
Это расслабление, вот этот релакс, когда вот послушаешь и хочется немножечко поспать. Это не значит, если вы будете ехать за рулем, послушаете масло релакса, вы сразу же выключитесь и уснете. Нет, это не так работает. Если у вас нет потребности, если у вас нет того, что нужно усилить, это не волшебная таблетка, это не волшебная кнопка, это не сверх какие-то возможности, не сверх сила, что это какие-то суперспособности, которые в вас откроются. Это усиление того потенциала, который у вас есть, которого вам именно сейчас не хватает. Если вы бодры и веселы, если вы вот, да, вот на таком драйве, и вы послушаете масло релакс, может быть, слегка вас чуть-чуть притормозит вот этот вот драйв, но это не значит, что вы сразу расслабитесь, уснете и все, и не будете ни на что способны, только как поспать. Это не про это, поэтому здесь не переживайте. Смотрите, у нас есть вот эфирные масла, вот такие баночки, 5-миллилитровые, высококонцентрированные масла. Вот эти баночки наносить на кожу, на, ну, вот прям прямой контакт с кожей нельзя так делать, потому что высокая концентрация может вызвать шелушение, ожоги и так далее. Ну, высокая концентрация масел, здесь все понятно. Вот это масло можно только разводить с базовым маслом. Если вы хотите... Сейчас отвечу на этот вопрос. Если вы хотите использовать, допустим, в качестве массажа своему партнеру, как раз вот вечером расслабить его после работы, переключить, вы можете использовать 2-3 капли вот этого масла, высококонцентрированного эфирного масла, и где-то, ну, примерно столовую ложку, вот так вот условно говоря, базового масла. Это натуральное масло канолы, хорошее, без какого-либо запаха. Хорошо впитывается, хорошо распределяется. Вы смешиваете, и тогда можно просто вот в ладошке несколько капель, и вот так пару капель смешать в ладошки и уже там делать массаж или себе наносить. Особенно релакс можно на стопы наносить для того, чтобы, да, концентрировать, ну, как раз вот успокаиваться. Поэтому маленькие баночки можно только на кожу, можно только вместе с базовым маслом. Но у нас есть еще и вот такие карандашики. Еще вот такие карандашики. Что это? Это тоже эфирное масло, только оно называется парфюмированное масло, потому что здесь меньшая концентрация эфирных масел. И она создана как раз для того, чтобы мы могли наносить его на кожу. Вот. Оно с металлическим шариковым аппликатором. Наносите и можете вдыхать. По поводу того сейчас вопроса. Долго ли держится аромат? Если, например, через некоторое время использования одного аромата, нам нужно перейти на другой аромат. Если вот этот аромат, он держится, ну, у меня не больше часа он держится, потому что я наносила, и потом уже такой вот прям очень-очень-очень такой ответвленный аромат, да? Поэтому, если вам нужно использовать другое, но, как правило, в течение часа менять масла нет смысла, потому что действие одного масла, вот я, допустим, сижу и обучаюсь, и слушаю масло «Баланс». Ну и мне хватает, ну, часа на полтора, наверное. Ну, вот эффекта такого, что я концентрируюсь, я включаюсь, да, потом начинает там через полтора, через... у кого-то дольше. Это все зависит именно от вашего состояния организма сегодня. Насколько вы сегодня включены, насколько был тяжелый у вас день, насколько вам нужно сильно расслабиться или там сильно добавить энергии. Здесь нет такого универсального рецепта. Вы так послушали, и все, у всех ровно там на 2 часа действия. Ну нет, ну мы же не знаем, какой вы день сегодня проживали. Качественно ли вы спали, какая активность у вас сегодня была, как вы в конце концов себя чувствуете, и как долго у вас будет, ну, насколько, да, вам, насколько вам интенсивно нужна помощь именно вот какого-то определенного действия масла. Здесь все-таки, ну, от потребности. Кому-то хватает, у кого-то вообще сегодня голова не соображает на полчаса, и все. И все, и мне каждые полчаса нужно слушать масло одно и то же. А кому-то хватает там на полдня. Здесь мы не даем такой рецепт. Так, почему нет диффузоров в продаже? Ну, здесь вопрос по наличию на складе не ко мне был, может быть, сейчас закончился, вероятно, в ближайшее время будет. Идем дальше. Вот эти масла мы можем наносить на тело, да? Это такое же действие масел, только уже разбавленное. Идем, как мы можем использовать, какие у нас есть методы использования масел. Смотрите, как я уже сказала, у нас есть метод использования через массаж, через нанесение на тело вместе с базовым маслом. У нас есть самый простой, самый экономичный, самый простой такой легкий способ. Это вдыхание. Сейчас чуть релакс не открыла. Лучше уж мне энергию тогда, еще пока рабочий день. А вот. Вдыхание масла. 2-3 раза вдохнули, закрыли. Но здесь вообще тогда практически не будет уходить у вас масло никуда, потому что, ну, оно же не выветрится, пока вы его вдыхаете. Поэтому
Это самый классический стандартный способ. Второй способ, когда вы берете с собой карандашики, роликовые аппликаторы, берете с собой в сумку, ну это такой еще и дорожный вариант, когда вам нужно срочно, да, как-то где-то подправить свое эмоциональное состояние, тогда вы можете использовать роликовый аппликатор. Как еще мы можем использовать? У нас есть определенные точки пульса, где мы наносим ароматические масла. Как раз в тренинге, про который я говорила в начале, там более такие глубокие шаги, как мы используем. У нас есть даже специальная дыхательная гимнастика, которую вы можете использовать, когда будете, ну и для себя, и когда будете проводить сессии по аромамаслам в своих офисах, на встречах, даже в онлайн формате. И у нас есть как раз в этом тренинге, там и в презентациях есть упражнения, как мы, под какое масло, какие дыхательные гимнастики использовать. Это вот так работает, как в качестве активности с вашими партнерами. Когда вы будете презентовать, допустим, там под масло релакс у нас там определенное дыхание, там 4 на 4, мы 4 на 4 секундах вдыхаем, там на 4 секундах выдыхаем и так далее. Вот 4 вида дыхательной гимнастики. Также у нас есть точки пульса, на которые мы наносим определенное масло. Также в тренинге, в этом, в презентации подробно рассказано. Допустим, масло релакс мы наносим на точки пульса на стопах. Очень хорошо будет успокаивать и расслаблять. Масло энергия мы наносим вот здесь, на точке пульса, да, на шее. Масло уверенность мы наносим на, ну, вот здесь, да, вот здесь, между пальчиков, точки пульса. Смотрите, здесь нет. В пищу наши масла использовать не нужно. Смотрите, здесь именно эфирные масла для влияния, для вдыхания, для того, чтобы, поскольку уже учеными доказано, что обоняние, наше умонастроение и мозг, они очень тесно связаны. И когда вы вдыхаете масло, там посредством массажа, через вот просто, через диффузор, сейчас еще про диффузор скажу, то вам не нужно его употреблять внутрь. Этого не нужно, тем более, что мы категорически не рекомендуем этого делать, это действительно опасно. Не нужно их принимать вовнутрь. Их достаточно для того, чтобы по определенной выделенной линии, через нос, через обонятельные рецепторы, масло дошло до участка коры головного мозга, как раз который будет отвечать за определенную потребность, которую вы сейчас будете закрывать со смесью эфирного масла. Поэтому принимать его вовнутрь не нужно, оно через нос работает. Этого делать не нужно. Наносить там на слизистую носа тоже не нужно. Достаточно вдохнуть. Вот это масло мы вообще не наносим на тело, а вот роликовый аппликатор достаточно нанести и вдохнуть. Этого будет достаточно. Вот лучший враг хорошего, не переборщите, пожалуйста, вот потому что, ну, вот послушали, все, влияние пошло, мозг начнет работать так, как вам надо, не нужно дополнительно вот прям сидеть и вдыхать каждую секунду. Еще есть у нас еще один способ, как мы используем масло, это диффузор. Аромадиффузор. Смотрите, ну, во-первых, он у нас переливается разным цветом. В него наливается вода, ну, примерно 75 мл. Здесь мерный разъем указан. И вот в эту емкость, куда вы набираете воду, вы капаете там 2, 3, 5 капелек масла, в зависимости от той концентрации, которая вам комфортна сейчас. Наносите, включаете. Во-первых, это увлажнение вашего лица. Вы можете поставить рядом со своим рабочим столом, рядом со своей прикроватной тумбочкой, допустим, в спальне логичнее всего поставить масло релакс, налить в диффузор, и оно постоянно там будет вам вечером комфортнее, ну, вам будет комфортнее расслабляться, отходить ко сну, качественно отдыхать, да? Ну, здесь логично. Допустим, возле рабочего компьютера вам логичнее поставить диффузор с маслом уверенность или с маслом энергия, ну и так далее. Там уже комбинировать в зависимости от того, какое чаще всего вам масло нужно в течение всего дня. Смотрите, почему такая цена у масел? Поскольку у нас натуральные, 100% натуральные ингредиенты, у нас натуральные масла, у нас проведены нейробиологическое тестирование. Компания Reflame – единственный бренд аромамасел, который для своих партнеров, для своих клиентов провел вот это МРТ, нейробиологическое тестирование, для того, чтобы доказать, как действие активных ингредиентов в наших маслах оказывают влияние на какой участок коры головного мозга. Что это не просто мы тут соединили травушки и сказали, вот послушай аромат и будешь энергичная, просто потому что мы так придумали. Просто это было проверено клинически. И
во-первых, сырье. Мы сотрудничаем с одним из уважаемых заводов, который производит эфирные масла. И плюс к тому же у нас тестирование. Ну, это действительно очень, очень крутое заявление. Ну и у нас натуральные ингредиенты. Поэтому у нас такая цена. Там, где может быть подешевле, мы не знаем состав, мы не знаем, какое происхождение, мы не знаем вообще, какое влияние они оказывают и для чего они придумывали эти масла. Поэтому мы можем говорить только, почему наши масла такие крутые. И вот чем мы отличаемся. Когда вы транслируете информацию своим партнерам, вы всегда должны помнить о том, что когда мы предлагаем масло, мы предлагаем исходить от потребности. Именно, да, что себя беспокоит, да, там, я не могу качественно отдыхать. Можно использовать увлажнитель воздуха, но эффект будет лучше, если вы будете использовать диффузор, потому что там мелкодиспенсерное распыление, и он будет более, ну как, на более мелкие такие частички будет распылять, и аромат будет более точный, да, ну это если вот прямо так технически. Ну, можно также и в увлажнитель, можно также просто вдыхать рядышком. А что касается, вот хороший вопрос, кстати, что касается еще диффузора. А, диффузор, если вы хотите из одного поменять на другое, допустим, с утра у вас было масло энергия в диффузоре стояло, а вечером вы хотите релакс налить. И для того, чтобы активные ингредиенты не смешивались, вам нужно, естественно, вылить, вымыть и протереть насухо сухой салфеточкой вот эту емкость, куда наливается вода. Потом уже наливать свежую воду и использовать новое масло. Потому чтобы не смешивать, чтобы там на стенках не осталось, ну, не было остатков предыдущего масла, и ингредиенты не смешались, ну и эффект был тот, который вам нужен. Там не энергия, не оставалось чуть-чуть энергии в вашем релаксе, да, но понимаете, в чем суть. Вот. По поводу того, как мы еще используем. Мы можем использовать в душе, наносим 2-3 капельки на стенки душа. И, ну, буквально, да, там достаточно 2-3 капли, если вы не используете ванну. С утра, допустим, вы 2-3 капли на стенки душа нанесли вот этого масла, вот, эфирное масло, концентрированное. И вы будете с утра вдыхать аромат, там, энергии, к примеру, да, отличный повод для того, чтобы зарядиться. А еще, если вы дыхательную зарядку сделаете, которую вы посмотрите на тренинге, то вообще будет отлично, вы будете заряжены энергией на весь день. Также можно использовать ванны. До 5 капель набираете в ванну воду, и примерно 2-3, максимум 5 капель можете использовать. Это, конечно же, воду без разницы. Воду без разницы какой. Добавляете в ванну не больше 5 капель. Ну и давайте, да, запомним, что когда мы используем любые эфирные масла, любые какие-то морские соли и так далее, в ванной не больше 20 минут рекомендуется лежать в ванной, когда мы вдыхаем. Потому что, ну, все-таки это такая рекомендация больше специалистов, рекомендация врачей. Не конкретно именно к нашим маслам, а в целом, когда мы используем любые там масла, любые какие-то ароматические пены и так далее, не больше 20 минут. Поэтому этот момент стоит учитывать. Ну, тем более, что там же кислорода нет, когда, да, когда вот вы лежите в ванной закрытой, там и так мало кислорода, масла может там голова закружиться, да, поэтому все-таки учитывайте этот момент. Ванный релакс, баланс отлично будет работать. Ну, либо если вы после ванны хотите еще активно потрудиться, можете, конечно, энергию, но это такой вариант уже на ваше усмотрение. Поэтому, смотрите, у нас очень много вариантов, как использовать масла. У нас есть много материалов для того, чтобы понимать, как работать с этой категорией, чем они отличаются. У нас есть печатные материалы, у нас есть на сайте целая страница, у нас есть в YouTube канал, где вы можете всю продуктовую информацию получить в записи видео. Также у нас есть на сайте раздел «Ответы на вопросы». Что касается категории продвижения, почему вообще мы запускаем этот продукт? Сейчас тренд за осознанность, за осознанный подход к своему здоровью, за целостный подход. В бане не рекомендуется, потому что все-таки там, потому что все-таки они нагреваются, а наши масла не совсем для бани. Наши масла больше, ну, здесь нет такого жесткого ограничения, поэтому уже на ваше усмотрение. Сейчас это действительно растущий тренд. И как подсчитали экономисты, примерно лет через 5 рынок именно эфирных масел вырастет вдвое. С каждым годом он будет расти. И, конечно, мы не хотим допустить такого, чтобы наша компания и наши партнеры не
влились в эту волну. Поэтому сейчас у вас есть отличная возможность как раз попасть вот в эту волну, вот в эту только волну, которая начинается, вот этот тренд ароматерапии, тренд здорового образа жизни, вот этого целостного подхода, который мы всегда, в принципе, транслировали. И поэтому аромамасла – это сейчас такое логическое закрепление нашей философии лагом, которая действительно будет закрывать все потребности. Красота изнутри, красота снаружи, самовыражение и эмоциональное благополучие. И поскольку это растущий тренд, и поскольку это действительно растущий рынок, и это еще высокобалловая продукция. Это одна из наших будет, ну, новая, ключевая, стратегически важная категория, высокобалловая. И да, здесь цена, конечно же, как многие спросили, почему. Но здесь мы понимаем, да, у нас wellness тоже имеет свою историю, имеет свою цену, мы знаем почему. Также и эфирные масла имеют свою историю, создание, исследования, ингредиенты, и поэтому такая цена. Как мы будем предлагать? У нас есть разовые, штучные продукты, штучные роликовые и штучные эфирные масла концентрированные. У нас есть сеты. У нас есть сет эфирных масел концентрированных, роликовых аппликаторов, у нас есть диффузор как до продажи, у нас есть базовое масло. Мы предлагаем использовать в своей работе, через что мы продаем. Так же, как вы предлагаете wellness, через личную историю. Для того, чтобы начать продвигать эту категорию, изучите сначала все материалы, ознакомьтесь вообще вот с этой философией, если вы еще не знакомы. Пройдите все материалы, изучите, приобретите себе масла, определите, какое для вас масло ваше любимое, какое вы чаще всего используете. Не то, что придумайте, найдите в себе историю, вот, чтобы у вас была история масла. У меня есть история масла «Баланс», когда я после работы, я работаю до 6 часов после работы, мне нужно 2, у меня есть 2-3 часа для того, чтобы успеть выучиться, я после работы еще учусь, большое количество информации получаю, мне нужно после работы включиться в очень такую глубокую тему, которую я не, ну, которая для меня новая. И после работы это сделать сложно, еще переживаю, нужно забрать ребенка, успеть из сада и так далее, и так далее. Мне помогало действительно масло «Баланс». Я когда изучала новый материал с маслом «Баланс», и у меня это происходило легче. И каждый день я получала новую информацию после насыщенного трудового дня исключительно благодаря тому, что у меня всегда стоял рядышком, ну, всегда на рабочем столе стоит масло «Баланс». Я неоднократно об этом говорила еще до запуска этой серии, и это действительно та история, которая не просто там придумана, чтобы вам ее рассказывать, чтобы транслировать партнерам, это действительно моя личная история, которая у меня есть, и которую, ну, которой я очень благодарна, потому что она действительно у меня, ну, она, ну, масло мне помогло, действительно, изучать новую информацию. Я уверена, что если вы будете использовать масла, у вас у каждого будет какая-то своя история, которую вы будете транслировать в своих социальных сетях. Также мы будем предлагать через онлайн-сессии, через офлайн-сессии. У нас есть материалы для проведения сессий Mind and Mood. У нас есть сессии Novage, Wellness, у нас были сессии, есть до сих пор сессии Baby O, и сейчас у нас будут сессии Mind and Mood. Как проходить эти сессии, как их проводить, что нужно делать, как подготовиться и так далее. Все это есть в нашем тренинге, в наших материалах. Есть презентация именно для проведения сессии, что нужно использовать, как подготовиться, как приглашать и так далее, и так далее. Также мы предлагаем работу через личную историю, через социальные сети, и социальные сети, личные рекомендации, они всегда будут работать только если вы сами прочувствовали, если вы сами попробовали, если вы сами можете сказать, зачем это, в чем польза, чем вам помогло, что за философия и для чего все это нужно. И я вам просто настоятельно рекомендую попробовать масла все, определить для себя, может быть, у вас на каждое масло будет своя история. Ну, просто по-человечески я вас прошу, сделайте, определите свою историю, чтобы она была настоящая, чтобы она была, ну, не просто вот я там с утра не могла просыпаться, вот масло энергии и все. Да, там вот, ну, понятно. Ну, вот именно что-то свое, что действительно у вас откликнется. Потому что сейчас на рынке искренние эмоции и действительно своя уникальная история, она всегда будет, это всегда двигатель продаж. И когда вы строите свой качественный личный бренд в социальных сетях, когда вы продвигаете, приглашаете на бизнес, когда вы приглашаете на продукт, неважно, люди идут на вас. Поэтому, когда вы создаете свою историю, пусть она будет личная, лично ваша,
ваше, вот прожито вами. Это очень важный момент, когда вы предлагаете такую эмоциональную категорию. А действительно, mind and mood — это такая эмоциональная категория. И для того, чтобы ее предлагать, нужно сначала ее хорошо изучить. Я сегодня вам рассказала вот так коротко, тезисно, достаточно емко, почему, зачем, как их использовать, ну и как их продвигать, да, вот прям емко. Ну, конечно, для того, чтобы получить глубокие знания по этой категории, вам нужно посмотреть тренинги в записи, пройти для себя, даже пройти тестирование, получить сертификаты, что вы прошли обучение по Mind and Mood и уже можете, да, продвигать эту категорию. Ну, это действительно здорово. Все это вы можете найти на сайте. Сейчас я посмотрю. Так. Ну все, вопросов больше нет. Если нет вопросов, я сейчас буду завершать эфир. По-моему, я на все ваши вопросы ответила. Все, что хотела осветить, касающейся этой категории в рамках именно прямого эфира, чтобы вы понимали, для чего это нужно, без воды, я постаралась все это сделать. Если вам недостаточно информации, задавайте, про что мы еще не поговорили, задавайте свои вопросы. Но, опять же, хочу вам сказать, что на большинство своих вопросов вы найдете ответы, посмотрев тренинги, изучив материалы или хотя бы посмотрев презентации, изучив материалы, и там вам значительно проще будет работать с этой категорией. Категория новая, категория очень классная, очень приятная и полезная. И если мы говорим, да, о подготовке к праздникам сейчас, 14 февраля, 23 февраля, 8 марта будет, ну, мне кажется, это действительно тот продукт, на который стоит сделать акцент, потому что это такая категория, которую можно, ну, настолько уникально преподнести через такую персонализацию. Я знаю, что ты плохо спишь, у тебя маленький ребенок. Я тебе подарю вот масло релакс. Используй его, ты будешь хорошо отдыхать, качественно отдыхать, высыпаться, в конце концов синяки под глазами уйдут. А если не уйдут, я тебе дополнительно порекомендую Novage. Но это уже другая история. И так далее, да? Или, допустим, взять масло там релакс или баланс и сделать 14 февраля, ну и базовое масло, разумеется, 14 февраля своему партнеру массаж в качестве расслабляющего, релаксирующего. Почему бы и нет? Это же приятно, это же полезно, это же здорово работает. Это вот такой эмоциональный подарок. Но помимо того, что он эмоциональный, он действительно очень полезный. Но это даже не про подарки, а это вот в качестве того, как можно еще обыграть вот эти праздники на 14-е, на 23-е. Ну что, наш эфир подходит к концу. Спасибо вам большое за внимание. К сожалению, слайды у меня сегодня не получилось подключить, но они будут в телеграм-канале, там очень классные гифки. Берите их в работу. Я ссылочку на телеграм-канал, где можно будет скачать слайды с эфирными маслами, отправлю. Спасибо вам большое, хорошего вам дня, берегите себя, берегите свое эмоциональное благополучие и обязательно управляйте своими эмоциями, не они вами, а вы ими. Желаю вам отличного дня, всем пока-пока. Ага.